Sen kırma. Dur. Ne? Janır mı dur? Janır. Moba. YouTube.com Ганум. А еще слэш. Ганум. Оп, слэш. YouTube такое. YouTube. Здесь еще написано. Steam. Игрушка Steam Free to Play. Видите, какой симпатичный дизайн. Прелесть. Только из-за интерфейса можно играть. И шрифт нормальной величины. Все видно. А в некоторых играх такой уж мелкий. И целые тома написаны мелким шрифтом. Все это читают в RPG. Ролплей. О, чат здесь есть. Сейчас мы пришли рисование. Это у нас лайф. У нас лайф. Лайф, это у нас лайф. Лайф. Это у нас стрим. Почти стим, но стрим. Экстрим. Стрим, экстрим. Стрим. Вот. Повывать надо. Не надо. Сейчас эту штучку режим этот закроем. Еще тут у нас чат. Welcome. Свод. Приват. Уведомление.
Никого нет. Счастье. Вы можете пригласить игроков в свой список друзей, используя контекстное меню окна чата. Играть. Основной режим. Где вы сражаетесь против других танков. Составить своего взвода. Или случайной команды. Тренировка. Режим боя с компьютерными оппонентами дает вам возможность разобраться с основами управления в игре и изучить новую технику. С компьютером. Мобы играли, а вот еще не играли. Ой, как это походу. Фу. Объект X. Что объект X? Это наш союзник. Наши союзники. Жуть. Время Первой мировой. Ну и всё. Союзнички. О, тоже. Время Первой мировой. Это неожиданно. Неожиданно, что это... Пошаговая тактика. Как может быть моба типа дуты пошаговая? Да. Время. Противник. Противник, противник. Почему он туда не может ехать? Наверное, только по дороге можно. Вот. Есть листок. Чего, почему? А, это стрелять, что ли? Нет, стрелять не надо, зачем? Ну, еще на время. Нужно принять решение. Чего он не хочет? Я дважды кликаю, а нужно только один раз кликнуть, а то ничего не получится. Бонус за чего окончание? Что-то окончание там. Нужно спрятаться в кусты. А, вот мы что-то обнаружили. Значит, так. Интуиция показывает вам сигналом, что вас засветила команда противника. Ой! Не успею сходить. Так. Значит, так.
Даже нет времени почитать, что есть что. Ничего здесь. Мы вчетвером. Почему не вчетвером? Почему? Пошаговая тактика. Ужас. Она охранится. Сотый пчелиный. Ой, противник. Противник. Ага, тоже левой кнопкой мыши. Ладно. Он стреляет у нас. Драка. Бонус за что-то опять не успели прочесть. Ну, повторим как-то. Хорошо, что мы за деревце встали. Плюх. Тогда он тоже за деревце, но... Бонус за окончание раунда. Бонус за окончание раунда. Господи, здесь зарплату за каждый... За каждый... Ну... Зарплату за каждый ход дают. Обалдеть. Ну, это окончание раунда. Так. Может, нужно ехать в базу, захватывать их? Или сюда ехать?
Может, мы можем дострелить сюда? Интересно. Можем? Можем. Что это за сундучки? Крышка-ёбочки. Вон и зарву. Не сто. Сто урона или ещё что-то. За урон. Надо прорвать к нашей базе. Ай. Что такое? Так. Может, это захватывающая вещь? Кто не знает. Так. А, вот. Красным отмечено, куда мы достаем. Да, мы не успеем нашего спасти. Нашего спасти мы не успеем. Все мы так медленно движемся. О, наш победил. Так. Жаль, вот этот тут вопросик. Не добрались до вопросика. Коробочка с вопросиком. Артефакты. Опыт. Награда за бой. А мы никаких наград не получили. А ничего получили. Неизвестно. Ага. Это несправедливо. Мы вчетвером против троих. Раунд 25, время 10 минут. Так. А видео уже 18,5. А, у нас убийство. Какие мы молодцы. Для тех по одному. В сумме мы должны были убить 5 танков. 10 считается, если принимал участие в убийстве, то получи срок. А World of Tanks очки за помощь в убийстве дают. И за убийство. Отдельно. Отдельно за помощь, отдельно за убийство. Раунды 25. 25 ходов. Ужас. Это вместе с оппонентами или... Или мы прошли 25 шагов. Так, наверное, вместе с ними. Захвачено 0. Надо будет попробовать захватить чем-нибудь. Опыт не дают. Прогресс по прокачке. Увеличить уровень танка. Поднять уровень танка до 2.
за 20 денежек. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Это прогресс. Прокачки танка, купить премию. Магазин. Войну выстрел на один до конца раунда. Установить 50% брони танка. Наносимый урон 15 больше до конца раунда. Заставили купить в обучении. За обучение начислили 50 золотых сликов. Ничего себе, золотыми и серебряными слитками расплачиваются. Надо идти в танкисты. Раз такое дело. Слабый боезаряд. А у нас какой? Средний боезаряд. Сильный боезаряд. А у нас-то какой? У нас сильный боезаряд. А на 7 урон на 15 больше до конца раунда. Большой ремонтный набор и двойной выстрел. Увеличивает количество выстрелов на один до конца раунда. Хреново это. Что нельзя качаться при бою с электронным противником. С искусственным, не побоюсь этого слова, интеллектом. Сходить. Перепутали его с собой. Подумали, что автоматически выбрали ход. Ну ладно. Так. Вот. Как продуй. Продуй. Ага. Бонусы завершения. Что вот это? Здесь тоже три дороги, как во всех мобах. Мобы типа Доты. Как бы нам запустить? Спрятаться. Вот. Нас обнаружили.
Мамусечка. Это, скорее всего, усилит. Не дали сходить. Ох, что здесь на время. Нельзя нормально почитать. Да, у нас обзорная труба дает что-то там. Что дает? Дает дополнительную клетку, на которую едет танк. Дополнительная клетка. Улучшенный прицел. Добавляет 3 дальности атаки. А себя мы не можем. А, тогда... Вот. Что у нас там? Ух ты. Это мы не успеем. Что мы писать? Хорошее. Давайте паузу, например. Не успеем. Опять бой закончится раньше, чем мы доберемся до вражеской базы. Скорее, соперник. Нет, скорее, тут все скорее. Это сейчас скорее. Все, конец боя. Невозможно так работать. Ах, кредиты срабатываем. Какие-нибудь серебряные слитки. За 990 это то, что мы заработали? Или нет? Награды за бой. Ноль. О, здорово. Но...
Тогда лучше проиграть. Лучше проиграть. Кент. Ничего не дает этот бой с искусственным интеллектом. Ужас. Здесь их много. Насколько их? Пять. И сколько-то. Так много. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, восемь. Ужас. Еще раз синяя линия. Ой. Ой. Это что он туда? Он отсылает. Что это такое? А как они так быстро наши соперники прыгали? Ну, они не успели. Уничтожим. Первая кровь. А вот что такое? О-о-о. Или что? Ну, вообще. Так. Почему так быстро они появились на карте?
опасно вылезти с нами. Лучше не понять. А, он улучшил. Он отремонтировался. Ухат. Увеличенный боезапас позволяет чего-то там. Наполовину отремонтировать. И увеличенный ремнабор отремонтировать. О, смотри, уничтожим 25. Так, ничего. О, туда. Конечно, нужно было влево стрелять лучше. Ну ладно. Так тоже можно. А он эхит. Ничего. Что? А, вот здесь. О, вот тут еще один. И там еще. Непонятный человек. Мужики или куда? Надо выжирать этих. И стрелять. А. Я выбил меня так. А закрепил он тоже. Ну ладно. Просто втирай. Там прорвётся враг сейчас. Нашего укропота. Ну, чего-то здесь берём. Вот это точно достаю. Достаём? Достаю. Ну, ладно, сейчас возьмём. Какую-то хрень. Нашего украли. Нашли до хрен мы взяли. Улучшенный прицел. Оп. Так.
Попался. Оп. И... Он 6 убийств. Ничего себе. Мы самые крутые. А что такое 8-3? Если так, опыт 71, награды за бой. 1500. 80 захват нашей базы 0, захват вражеской базы 7. Понятно, что там захватывали, захвачено 7. Вот, один захватил. Ну ладно. На этой оптимистической ноте. Ага.
а предлагали за 20 золотых слитков повысить на один уровень. Вот мы за один бой повысим. Все умения какие-то тут мелькают, можно выбрать. И так далее, и тому подобное. Ладно.